Всем привет! У меня на столе балочка на 100 ватт 750 серии. Она сейчас упаковывается. Идет в подвешенном состоянии. Не страшный никакой переезд. А это комплект крепления, мы его сейчас доставать не будем. Доставим саму балку. Пыльники их некоторые называют. Пыльники, да. Вот это пыльники. Довольно интересная модель. Только ради пыльника уже можно брать балку. Конечно. Я так всегда делаю. Коробки из-под холодильника у меня ребенок жил, наверное, год. Балка на 100 ватт. Линзованная. Самая распространенная модель, которая идет для интеграции в бампер, в принципе, в нише решетка радиатора. Меряем мы по корпусу от крайней точки до крайней точки. Составляет она у нас длина 54 здесь миллиметра. Гуляют, если всем удобно, 54,5 сантиметра, грубо говоря. Более точный размер будет отражен на сайте, и с креплением, и без крепления. Вот. А сейчас мы замерим потребляемую мощность. То есть от производителя мощность 100 ватт. У нас на сайте наши замеры идут как параметр Real VT, реальная мощность. Тестов у нас выставлено измерение токов до 10 ампер, и блок питания выдает постоянное напряжение 12,2 вольта. Мы сейчас это дело калькулируем и получим потребляемую мощность. Шесть и четыре, ну 6,40, 78, да, как и в панорамной, она тоже имеет такое же отклонение. Да, панорамный тоже с нами 79 был, да? Ну, примерно, да. Да? Это у нас третий класс получается. Третий класс, да, то есть пары ваттов не хватило для того, чтобы перейти в четвертый класс. То есть, да, на сотке почему-то вот такое отклонение идет, хотя на других моделях оно меньше. Тем не менее, мы дальше покажем ночное видео, но дальше смотреть, что вам больше нравится. 750 серия на 100 ватт балочка на светодиодах Кри. До ворот 200 метров. Ночь. Довольно-таки хорошо светит балочка. И боковой засвет имеет тоже, если посмотреть по нижнему контуру. А покрутись чуть. Да, то есть центра. Балка позиционируется как дальний свет, но вполне подойдет под параметр комбинированного света. Очень даже неплохая компактная балочка на 100 ватт.